Екатерина Боброва, Дмитрий Соловьев. Спортивная детская юношеская школа Олимпийского резерва номер 85. Да, этих фигуристов мы уже прекрасно знаем. Екатерина Боброва, Дмитрий Соловьев. Они с успехом выступают на чемпионатах мира среди юниоров. Были чемпионами мира. Они были участниками чемпионата мира, уже взрослого чемпионата мира 2008 года. Были победителями спартакиады России 2008 года. Тренируются они в Олимпийской, в школе Олимпийского резерва номер 85 под руководством заслуженных тренеров России Светланы Алексеевой и Елены Кусторовой. Екатерина Боброва, Дмитрий Соловьев. Пару подготовили заслуженный тренер России Светлана Львовна Алексеева и Елена Владимировна Кусторова.